По версии следствия, 60-летний мужчина является владельцем гладкоствольного оружия. В нарушении действующего закона он не обеспечил надлежащее хранение данного оружия, то есть у него дома был сейф, но ключи от которого лежали в доступном месте. Его 12-летний внук знал о том, что имеется сейф с ружьем, и о том, что рядом лежат ключи, которым открываются данный сейф. 18 сентября 2022 года взял данное ружье и со своим 14-летним другом отправился в лес, чтобы пострелять птиц. Там внук решил напугать своего друга и вместо нажатия на нижний спусковой крючок нажал одновременно два, в связи с чем произведен был выстрел, причинено ребенку огнестрельное ранение, от которого ребенок скончался на месте.